Друзья, всем привет! В этом видео я покажу вам лучший, по моему скромному мнению, картридер. Начнем с упаковки. Она здесь простая, но в то же время симпатичная. Внутри мы можем обнаружить сам картридер, небольшую веревочку для использования в качестве брелка и довольно большую инструкцию на английском и китайском языке. Еще продавец любезно положил небольшую стяжку для проводов. Откидываем все лишнее и знакомимся с девайсом поближе. Что мне особо понравилось, так это то, что он полностью металлический. Поддерживает USB 3.0. Имеет поддержку microSD и SD карт. И оснащен USB Type-C. Так что проблем с подключением к MacBook'у нет. Со своей задачей картридер справляется на ура. Ограничением в скорости будет лишь ваша карта. Но при одновременном подключении и использовании сразу двух карт, скорость будет проседать. В отзывах к девайсу часто писали, что он сильно греется при переносе данных. Что ж, я могу сказать, что он греется. Но чтобы прям сильно, нет. У меня он просто становится теплым. Единственным косяком я могу назвать колпачки. На них нет никаких защелок и снимаются они слишком легко. Думаю, посеять их проблем не составит. Ну а в целом у Ugreen получился весьма годный продукт, сочетающий и функционал, и приятный дизайн. Ссылку на данный девайс я оставлю в описании. Ну а на этом у меня все. Не забудьте подписаться и оставить комментарий. Всем удачи и пока.